Привет, ребята, да, сегодня мы будем экспериментировать всевозможные штуки с сорбизами. Покажи, Вася, какие небольшие. Вот, пап, мы будем примерять, как они будут прыгать. Можно проверить, как они будут прыгать. Давай этот проверим. Вот, смотрите, все, что у нас тут есть, это, в принципе, можно найти дома. Какие-то вещи лучше делать с родителями, попросить их, какие-то можно самим. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал Варварушка ТВ, пишите комментарии, нам будет очень приятно. Все, Варь, доставай первую жертву. Сюда ее, давай. Все, мы будем сначала. Ух, как она, как попрыгун, да? Давай проверим. Давай. Бум-бум. Смотри. Давай. Бум-бум. Он уже чуть-чуть разбился. Давай. Что попробуем сначала? Давай содой засыпем. Давай. Нет, вот ложечку возьми. Возьми оттуда соды и насыпь соды. Побольше, зачем так? Чуть-чуть. Еще нет. Давай по чуть-чуть сыпь. Давай сыпь еще. Еще возьми, сыпь. Я много возьму. Вот, да, хватит. Сейчас будет целый фонтан. Сыпь. Давай, чуть-чуть. Так, ну как... А, нет, смотри, он меньше становится, по-моему, или нет? Мне показалось. Давай, это... Ну, сода ничего не происходит, да? Что, давай уксусом зальем? Что будет? Шипит, да? Не, ребят, ничего не происходит. Видимо, у меня сопротивление с этим. Как желешки, да, такие? Прикольные. Да. Так и хочется попробовать. Да. Будь настоящие. Да. Так, ничего у нас не произошло, да? Что будем следующее пробовать? Давай теперь возьмем... голубенький. Давай, сюда клади голубенький. Сюда давай клади его. Давай проверь, как он прыгает. Давай. Ну да, так же он прыгает. Давай выше, чтобы он разбился. Давай. Я прям высоко-высоко. Блин, придется убираться потом. Давай разрежем его ложечку. Да ничего не будет. Давай попшикаем. Давай попшикай лаком. Вот, сейчас мы попробуем лаком попшикать. Возможно, он затвердеет и будет потом как камень. Так, аккуратно, глаза не пшикай. Мимо. Давай еще. Все, хватит. Нет, тоже. Ничего не происходит. Давай его сломаем. Подожди, ты хочешь сломать его? Давай посмотрим, может что-то произойдет. Не, ничего не происходит, да? Да, только свет меняет. Не, он свет не меняет, это просто лак, видишь, щипит. Не, ничего. Да, давай другой возьмем. Давай сейчас попробуем суперклей. Ребят, сейчас попробуем суперклей. Доставай следующий. Это да, сказать, тут я хочу... отдохнет. Тоже розовый. О, это, наверное, самый большой. Давай, супер клеем сейчас накапаем, что будет? Все, хватит. Что приезжаете, да? Не трогай ложкой, пускай застынет. Потом мы не отмоем ложку. Нет, тоже ничего не происходит. А если чуть-чуть лака туда добавить? Давай я. Ну что, шучить? Нет, нет, ничего. Другой доставим. Давай другой доставим. Так, как мы видим, суперклеем тоже ничего у нас не произошло. Так, что у нас еще тут есть?
Давай его. Нет, это сломанный. Да какая разница? Давай, достаем водичку. Сливай. Давай сейчас с зеленкой. Я тебе открою ее аккуратно. Смотри, она может запачкаться. Тоже руками как польешь. Блин, видишь, я уже испачкался. Я ее сюда. Ой, прикольно. Давай, как руками польешь. А не надо пальчиком. Как аккуратненько. Аккуратненько лей. Все. О, смотри, как красиво он растекается, да? Да, давай. Как... Я просто достану, давай. Как этот. Давай проверь, что будет. Разукрасился. Смотрите, как красиво он стал. Такой цвет поменял. Пас, стой, давай проверим. Да, ничего, тоже, видишь, он как этот остался. Давай. Зелёненький мост, давай. Такая синяя штучка. Ой, такой зелёный. Может на нем рисовать? Аня, смотри, он чуть-чуть, видишь, растворяется. И чуть-чуть растворяется он начал. Застыл он, замерз. Клей, видишь, застыл он. Он мне попробует. Замерз. Видите, ребят, какой липкий. Что я тебе говорю? Так, давай теперь это, смертельный номер. Так, вот эта жидкость для чистки зеркал. Мы в новые или эти попшикаем? Клади. Вот, если, что будет, если мы обычный попшикаем, да? Давай это я. Только аккуратно, в глаза не попадай. Себе, мне. Что будет, если мы в, чуть, один раз нажмешь, в обычный попшикаем, потом с другими суперклеем, с растворителями. Все. О. Не, ничего не прошу. А с этим? Зеленкой тоже давай. Ничего. Суперклеем тоже ничего. Давай попробуем. Флаком тоже это. Ничего. Сейчас попробуем. А. Содой и уксусом тоже ничего. Дальше. Ну, в общем говоря, папа, ничего хорошего. Ложечкой. Зачем? Кого ты хочешь достать? Арбиз. Подай тут мне. Их так много. Папа, давай его сломаем. Давай руками. Как это, знаешь, сказка, когда воду выдавливают из камня. Прикольно, смотри, как они такие блестят, как маленькие алмазики, такие стеклышки. Это не стеклышки, это каша-малаша. Каша-малаша. Да. Ну и что теперь? На, руки тут ополосни свои. Давай еще какой-то достанем. Так, давай достанем сейчас white spirit. Ребята, вот с этим надо аккуратно быть. Вот, старайтесь, чтобы никуда не попасть. Мы при присмотре взрослых это делаем с Варей. Поэтому за нас не переживайте. Ты еще это хочешь достать? Да пускай, вот смотри у нас тут сколько. Вот смотри, он, кстати, ярче стал блестеть весь мозг. Жидкостью для стекла. Смотрите, вот, если взять по отношению с этим, он, по-моему, блестящий. Смотри, как он блестит. Вот мы жидкостью для стекла мытья и обычный. По-моему, блестит, да? Нет? Или мне кажется? Ой, вонючий. Аккуратно. Так, мы сейчас чуть-чуть залезем. Что будет? Нет, тоже ничего не происходит. Посмотри, это больше, это меньше. Ну да, они как-то неравноценны. Почему-то увеличится длиннее. Есть белые, которые водички вообще. Папа, давай утюгом разгладим. Разгладим утюгом? Да. Что, они не гладкие, что ли? Ну, мягкие. Мы как с тобой прям эти будем, да? Давай еще одну кашу. Как мафиози, утюгом выпытывать, да? Давай вот такой вот сверхжелтый, мы еще утюгом или что с ним сделаем? Утюгом. Давай мы еще не пробовали. Утюгом. Видите, ребят, как... Вот видите, тут есть белые, они вообще не видны, как вот только тень есть, Варь, покажи. Видите, вот они прям белые, как медузы плавают. Не видны. Ой, ты что-то арбиз остался. Зачепил уже. Ну, сейчас попробуем кто-то ножницами горячими, ножиком горячим, а мы будем утюгом. Готовы? Готовы. Хе-хе-хе.
Как шипит, да? Ничего не происходит. Он по чуть-чуть, видишь, тает. Папа, стой! Папа, выключай утюг! Почему? Вот что у нас осталось на утюге. Сейчас мы это чистим. Поверхность антипригарная, так что утюг не пострадал. Все, выключаем. Пускай остывает. Ну, как видите, чуть-чуть он растаял у нас. Ну, больше, конечно, надо. Папа, давай попшинкам еще. Давай. Давай все попшинкам шарики. Шикай. Давай я научусь. Да, мам, не пользуйся им, да? А жадничай. Папа, дай мне. Аккуратно. Не дал нам, ребята, лак поближе. Да нет тут ничего. Сейчас мы будем пшикать пятновыводителем. Да. Посмотрим, что он нам даст. Будет что-то или так не какой? Будет? Папа, можно я? Нет, ничего нету. Он нет, смотрите, он, видите, от пятновыводителя везде у них трещины появились. Вот трещина, вот трещина, вот трещина, вот трещина, наверное, угу. От него. Вот трещина появилась. А вот тут что-то не появляется ничего в этом. Давай вот тут. Этот я уже брызгал. Давай еще. Не, во, появилось, смотрите, тоже, видите? О, он как-то их папа, растрескивает. Давай, да, давай тут. Знаешь? Ну, в общем, ничего у нас, ну, папа, более-менее. Папа, и мне попала такая крашка, вот. Будешь говорить, что я поранилась, будешь показывать, да, на самом деле мы поранились. Давай будем говорить. Мама и так знает. Мама, мы поранились. Вот, все, ребята, смотрите. Мы с этими экспериментами заканчиваем. Вот смотрите, сколько выживших у нас осталось. Я думаю, в дальнейшем мы с ними пойдем играть в ванну. Денег благополучно. Уйдут на заслуженного. А вы подписывайтесь, ставьте лайк на наш канал. Пишите комментарии. Вам сложно, нам приятно. Давай. Давай, говори ребятам пока. И кот нам сюда пришел. Кот ученый. Где ты был, когда мы эксперименты проводили? Кот ученый. Кот ученый. Кот ученый. Вот. Говори, не надо брызгать. Говори пока, ребята. Всем пока-пока. Пока-пока.